Глисты комком повалятся после этого средства. Этот рецепт не только избавит вас от паразитов, а также очистит кишечник, выведет всю грязь из организма и улучшит пищеварение. А перед тем, как мы начнем, настоятельно рекомендую перейти в профиль и подписаться на мой телеграм-блог, ведь я делюсь хитростями для твоего здоровья. Возьмите сырые тыквенные семечки и измельчите их в блендере. Утром натощак съешьте по столовой ложке семечек и запейте стаканом теплого молока. Если вы не можете пить молоко, то замените его на теплый некрепкий чай. Здоровья вам!